Партнер проекта «Люди говорят» – Банк Восточный. Ну, скорее нет, мы больше с семьей дома собираемся. У нас мама вкусно готовит даже вот свои блюда. Ну, в ресторанах нет. В ресторанах я бываю, наверное, раз в две недели. Поводы встречи с друзьями, с коллегами. Семейные праздники, да, в том числе. Мне кажется, в Перми у нас достаточно вкусная кухня. И есть выбор. И можно что-то новое поесть. Ну, мы празднуем всякие дни рождения, юбилеи. А почему? Потому что друзей много, все дома не помещаются. Если, например, у меня юбилей, мне хочется быть королевой праздника, а не поваром на кухне. Дорого-недорого, в принципе, конечно, все равно раз-то в год. И, естественно, каждый праздник-то как бы никто не отмечает, наверное, но так все равно бывает. В основном я бываю в качестве приглашенного лица на какое-нибудь уже готовое состоявшееся мероприятие. Несколько ресторанов мне очень нравятся. Я туда даже приглашаю своих иностранных гостей. Например, вот голландка, которую я привозила сюда лет 5 назад, ей очень понравился наш зимний салат и очень понравилась сельдь под шубой. У них такого нет. Она даже попросила рецепт. И, честно говоря, в ресторанах бываю очень нечасто. А по какому поводу? Но это обычно либо какая-то деловая встреча, либо просто какое-то приятное общение с приятными, хорошими людьми. Самое главное, чтобы была очень уютная атмосфера в самом ресторане, в кафе. Это самое главное. С родственниками. С девушкой. Ну, с друзьями редко, там больше другие организации подходят. Ну, в среднем, может, раз в пару месяцев, раз в 3 месяца. Во-первых, можно большее количество гостей пригласить. Если, допустим, это юбилей, нас много, мы всех увидели, в очередной раз встретились. Как-то так мне больше нравится. Хороший ресторан – это, в первую очередь, хорошее обслуживание, очень вежливый персонал, ну, соответственно, вкусная кухня и хорошая обстановка. В ресторанах, ну, раза два в месяц с друзьями пообщаться. Старые стали, ленивые стали, готовить надо дома. Во-первых, должен быть недалеко от дома, ну, и, во-вторых, хорошая, недорогая кухня. Последнее время не часто, потому как у меня 2 маленьких детей, но сейчас, если ходим, то с мужем и с детьми совместно, чтобы было вкусно, чтобы была возможность компании как-то уединенно более-менее посидеть. Есть еще возможность надеть красивое платье, сделать красивую прическу, конечно, это тоже важно и приятно.